Écoutez, je suis ravi. Для меня счастье делить мои песни, мою музыку с публикой. И в Казахстане я получил мне оказали очень теплый прием. Для меня музыка это музыка, посредством музыки я знакомлю себя с публикой. И для меня, и для моей семьи не безинтересно поддержание имиджа моего отца, который очень много значит для меня. Я считаю, это начало, как бы исходная точка отсчета в моей карьере. До поездки что-то слышали о Казахстане? Нет. Le nom du président. Только лишь имя вашего президента. И как зовут нашего президента? И quel est le nom de notre président? Назарбаев. Je connais pas. Я не знаю, не знаком с казахстанскими женщинами, но я хотел бы пожелать казахстанским женщинам, как и нашим французским женщинам, во-первых, свободы, равенства, и чтобы их признавали по достоинству. Я считаю, что есть везде, повсюду, во всем мире красивые девушки. Encore et encore, entre les sombres, que je voudrais plus.